Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа, и мы начинаем прохождение Zombie U. Да, я знаю, я давненько не появлялся на своем YouTube-канале. Ну что ж поделаешь, было много работы и, в общем-то, рассказывать тут что-то не очень, знаете, как-то. Начнем с обычной игры, на нормальном уровне сложности. Я уже немножко успел поиграть, поднастроить, так сказать, управление. Но когда посмотрел запись, получилось слишком перетемнено. Поэтому, чтобы не было вопросов, я сразу отвечу на вопрос. Да, там яркость я выставил на 100%, просто вот. Алхимия богатства обрушит новую чуму на человека. Поэтому должно быть все видно. Смертная пелена покроет землю. И не готовый окажется в ее власти. 22-й день. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Ну, это жизнь. Это зомбачи-кусачи. Интересно, сколько ты выживешь без маски, без оружия? Какое чувство, что он алкоголик. Сидел в запое, пока все не пропустил. Иди на мой голос. В туннель. А, чё? Вот засранец спалил меня. Хорош глазеть. Быстрее. Бегом. Вообще, на самом деле, вряд ли бы я в метро побежал. А знаете почему? Потому что это туннель, в первую очередь. Все зомби с одной стороны будут и с другой. А сколько таких умных туда побежит, ой. Это страшно. Проще уже где-нибудь по домам прятаться. Ну, о, можно толкнуть. Шикарно. Что, включить, выключить дальний свет? Не, мы включать, выключать дальний свет не будем. Эй, ребята, ребята, ребята. Все. Убежали. Так, катсценочка. Ну, где ты там, родненькая? Да, конечно же, сперва загрузочка будет у нас. Да, я знаю, игрушка старая. Игрушка старая, еще 2012 года, а это порт. Ну, блин, вы знаете, я фанат. Всего лишь. Время час ночи. А, нет, время, сколько я выжил. Молодец. Так, давайте запустим сразу генератор. Где штука? А, на верстаке.
Так. Подняли. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Так что я за тобой пригляжу. Не помешай. Так. Видишь? Последний мой подопечный. Вышел без планшета. И что в итоге? Как-то он так неправильно застрял. Оперативного реагирования, типа. Полезная штука. Тактический рюкзак, короче, да? Это так называю. Мор. Ну, давайте пойдем. Сходим. Так. Игрушка. Игрушку портировали. В общем-то. Здесь, как видите, контрола нету. Не, ладно. Показывать не буду, потому что я уже смотрел. Пора испытать твой новый радар. Ага. На Т. Ясно, понятно. Не привередничай. Бери уже биту. Считай это негласным договором всех выживших. Так, чтобы подготовить удар, нажмите, удерживайте. Все? Противно, но необходимо. А теперь загляни в мор. Там вроде должны быть пистолеты и патроны. Без них никуда. Пистолеты и патроны? Так, вот патроны. Так, как заглянуть? На И, наверное, нет? Ага, понятно. На таб. И как переставить на слоты? Чеки быстрого доступа. Ага, их всего 4. Давайте. Пистолет 1. Бита. Нет, давайте пистолет будет 2. Молодцом. Хочешь выжить? А теперь зарядим. Да, конечно, пистолет. А как вернуть? Что-то я жмяку на 1-2, он не хочет. Вот отлично, все, назначили. Биты на 1. Пистолет на 2. Бита на 1, пистолет на 2. Так, давайте посмотрим. Честь, может, еще подалеку есть, нету? Ладно. 20 часов без сна, и твой котелок перестанет варить. Не забывай про сон. Да уж, попытаюсь. Так, ясно. Там, походу, вернуться надо. Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. Ну и что там? Они подключены к камерам ВТС по всему Лондону. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Это точно. Я научу тебя их перехватывать. Ну, так научи. Я бы здесь посидел. К штабу полиции, но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. Сохранится, что ли? Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы. Да дай ты поспать. Посплю немного, сохранюсь. Хотя какой смысл, если меня убьют? Так, ну давайте. Пропуск? Где мне тебе достать пропуск этот? Пару сек со ставнями я разберусь. Пару сек. Так, у нас там движение. Приятель. Давай сюда потроши. Ага, понятно. Без пропуска ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна.
Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. Пока. На всякий П, да? И что я тут должен обнаружить? Угу. Так, ну здесь ничего нету. О, патроши. Потому что это хорошо. Так, у нас полный магазин. Так, как там уже забыл? На Т. Так, у нас внизу ходит одна проблемка. Так. Так, теперь ясно, боевая система. Обыскать. Что там у тебя, сода? Давай сюда. Сгодится. Так. Ясно. Пока ничего полезного. Обыскать. Что у нас тут? Чего? Как там наш? Подождите. О, сколько всего интересного тут. Так, шкафчик. Ничего. Да, я буду ходить, лутать, 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 лутать. Залог выживания, да? Чё это? А, как-то. Это хорошо, это хорошо. Так, а здесь у нас чё? Нужен молоток. Ну, давайте возьмем. Посмотрим, что у нас там в инвентаре. Так, аптечка, сода, 16 патронов. 16 плюс 13, сколько? Так, и фонарик. Ясно. 29 патронов. Неплохо, неплохо. Так, никто? Никто? Никогда? Ни зачем? Мышка. Так, ну я думаю, на этих приятелей я не полезу. Как-то не очень хочется встрять. Это убежище мое детище. Я когда-то водил дружбу с типами. Звали себя Ворон и Дик. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждет. Типа секта, только рассчитывали. Слушайте, ребята, если уж так все сбылось, может, вы там к этому руку приложили, нет? Что-то вот как-то вот меня мучают сомнения. Что там? О, еще потрошки. Тут да, тут надо быть внимательным. Фонарик. Да, фонарик сам восполняется. Это... чудесно.
Так, давайте его включим. Дальний свет есть. Давайте лучше дальний свет использовать. Чё-то я очкую. А вдруг там кто-то есть? Так, вроде. Ой-о. Там что, три зомби? Или там три крысы? Нет, это всего лишь мыши. Так, ну батончик один я уже вижу. Так, ничего интересного нет. Ладно, батончик тоже сгодится в хозяйстве. Чё это? Чё за пневмон пистолет? Повышение скорострельности. Ладно. На радаре пока тихо. Это хорошо. Экзит. Эх, мое любопытство. Могли бы и здесь обойти. Тогда бы мы не нашли батончик. Так ведь? Давайте выйдем. Посмотрим, что там есть у нас. Шадуэлл. Лондонский мост. Так. И где это мы? Где моя карта? Джон Ди предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума. Даже искал лекарства, панацею. Но все это сказки. Ты же понимаешь, что... Ну да. Естественно. Было бы уже все иначе. Так, вроде как пока сектор чист. Так, надо привыкнуть. Если что, назад бежим. Так. Что я хотел? Уже ничего нету ценного? Так, мало ли, чтобы меня потом совесть не мучила. Так, что у нас тут? Ничего. А в шкафу тоже, наверное, ничего, да? Ну, этого и следовало ожидать, да? Сканируй дверь планшетом, и я ее открою. Даже так ты умеешь? Это я все зато. За безопасность. Давай, открывай. Можешь входить и выходить. Спасибо. Удобные у вас двери. А, извиняюсь. Сердечно. Да мы на поверхность уже выходим. Вы уверены в своем решении? Что-то я как-то не очень. Каждый распределительный блок, чтобы я их взламывал и включал камеры. Так, на датчике движения вроде как пока никого нету. Где тут ваш распределительный блок? То есть еще может стать. Аккуратненько, да? Если что, назад бежим. Я так понимаю, те, которые сканируются, они не встанут. Что-то мне такое вспомнилось. Так, как мне тут пройти?
тебя уже не пугает? Ну, жизнь твоя. Да в том-то и дело, что пугает. Но я играю за кого-то дауна. Так. Тут протиснуться никак, нет? Что-то вы знаете, как-то вот за жизнь свою боюсь. Немного. Так мне там что, сканировать надо, да, что-то? Не, подождите, давайте вернемся, обойдем с этой стороны. Что ж поделать, а? Так, вроде как пока не спалились. Так, аккуратно. Да, ради баночки мы сюда и шли. Можно возвращаться назад, да? Дайте, что ли, сканировать? Хорошо. Так, теперь у нас есть карта. Так, здесь у нас ничего нету. Тут тоже ничего нет. Боже, так сам угол запрятали. Здесь точно должно быть что-то. Нет? Печально, печально. Так, открыть короткий путь к убежищу. Сейчас откроем. Я думаю, мы здесь выживать как-то пытаемся, в смысле там пожрать что-нибудь себе достать. Приблизить как-нибудь можно, нет? Пышально, пышально. Что у нас тут? Световые гранаты могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. Серьезно? Ну тогда я прямо сейчас назначу. Так, где там? Давай на, блин, на тройку. В принципе. Батончик на четверочку съедим, да? Ну давайте, так и будет. Хилка у нас на 4 будет. Так. Движения нету. Включить телефон. Интересно. А что у нас тут? А, тут мы обходим по крыше. Так, на вороню внимания не обращает. Давайте его пометим. Зомби, трофеев нет. Как тут с тобой справиться тогда? Ты мне ответишь? Или не ответишь?
Ладно, придется его сзади брать. Хотя, можно попробовать вот так обойти. Так, ну вроде получилось. Что за звуки? Так, убежище. Тут рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление — лучшая стратегия. Так, газету. Интересно. А что там у нас в газете пишут интересного? Так, газета, газета, газета. Где газета? Мое снаряжение. Мои задания. Мои данные. Себастьян Ли. British Citizens. 33. Садовник. Навыки. Пистолеты. Как дубины убиваешь кого-то, не считается? О, газета, газета. Чё в газете пишут? Britain's Own Nostradamus Redact. Ясно. Короче, апокалипсис 2012, все дела. Так. Отмычка, молоток. У нас тут все инструменты. У нас, нашего русского человека, что там, нога. Так, а эту дверь ты уже открыть так просто не сможешь, да? Не, я хотел открыть. Вот и все. Спасибо. Бабло камеру около супермаркета. Давайте пойдем сюда. Или домой. Давайте в убежище отправимся. Он сказал, отступаем. Значит, отступаем. Вроде как с первым поручением справились. Так сказать, показали себя. Так, пропустить. А сама не пропустится. Пустилась. Так. Ну мы, я так понимаю, дома, да? Нам все равно надо в люк. Давайте, знаете, для первого раза, может, хватит. Сейчас, может, сяду, запишу еще одну серию. Так. Обещаю, все закончится здесь, где началось. Защищаю убежище. Много слотов. Так, давайте переложим, что нам не надо. Так, Т-сундук. Сюда. Не, как переложить? Так, теперь оно где? В сундуке? Да. Короче, на Е. Так, вот это скинем. Что это? Для патрон для пистолета. Я думаю, это вещь нужная. Большая аптечка. Очень сильная. Давайте на черный день оставим. Пить две газировки, я думаю, нам не надо. Один патрон оставим. Чё он слот занимает, да? У нас и так 33 патрона. Так, ну, пожрать, попить есть у нас. Все. Я думаю, на этом можно нашу серию завершить. Хватит уже, да. Все, ждем продолжения. С вами был Зазепа. Всего хорошего. Удачи вам и пока.